Более 99 миллионов рублей дополнительно получат учебные заведения региона в следующем году. Средства выделят из областной казны. В 2020-м бюджетные вливания еще возрастут и составят уже 130 миллионов. Таким образом, региональное Минобразование будет тратить 1000 рублей в год на каждого детсадовца и 2000 рублей на школьника. Для сравнения, в 2018-м учебные заведения получили финансирование по нормативам 5-летней давности. Это 500 рублей на одного воспитанника детского сада и 1500 на школьника. Инициатива о поэтапном увеличении финансовых вливаний исходит от губернатора Сергея Левченко и была поддержана депутатами областного парламента. Средства выделяют учебным заведениям раз в год и могут быть направлены на приобретение учебников, инвентаря, компьютеров, оргтехники и другого необходимого оборудования. Кроме учебных расходов, в результате индексации подрастет и фонд оплаты труда педагогов.